Я, во-первых, не верю ни в какое бессмертие человека, что какие бы там технологии ни изобретали, но человек не может априори быть бессмертным, потому что все равно все органы изнашиваются. И самый старый человек на нашей Земле, это, по-моему, 131 или 132 года. Вот, поэтому ну, этого не может быть, какие бы технологии ни были, но это все из мира фантастики. Вот. Поэтому если смотреть рационально, то ну, продлевать себе жизнь каким-то там можно естественным способом, там, бегать утром, вести активный образ жизни, там, продлить себе несколько лет жизни. Но все мы, к сожалению, доходим до какой-то черты, и ничего невозможно изобретать. Ну, там, как-то говорят, замораживают себя, положили, через там, 60 лет достали. Но я считаю, что жизнь одна, и надо уметь встречать старость, уметь встречать ее даже с каким-то позитивом, потому что позади такой богатый жизненный опыт. А в качестве, что морально, я считаю, что морально это аморально бессмертие, потому что это ненормально, потому что у нас цикличность, мы все подвержены возрасту. И что дает бессмертие, ну что оно может дать, что ты вечный, это просто страх смерти, не больше того, что мы как бы должны не бояться умереть, мы даже не бояться уйти из этой жизни, потому что мы все, к сожалению, смертны. Вот. А поэтому бессмертие – это абсурд полнейший, как со стороны… Ну, это фантастика. Это фантастика, это люди фантазируют, придумывают. Вот. Все хотят выдавать это за правду, все хотят верить, но так не бывает.